праздник к нам приходит. В первый день календарной зимы масштабно стартовал губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Шапки и варежки, теплый шарф и румяные щечки. А еще хорошее настроение, ведь в этот волшебный зимний вечер для гостей парка состоялась концертная программа «Зима и точка» с участием творческих коллективов города. Мы пришли сюда на концерт 1 декабря, первый день зимы, и нам очень-очень все нравится. Вот мы с внучкой, очень нам нравится здесь. Огромное спасибо администрации и всем причастным, кто устраивает эти праздники, потому что устраивают с душой. Вот последний год, день предпринимателя, день города, все-все праздники, которые устраивают для горожан, видно, что сделаны на совесть, сделаны с душой, сделаны со старанием, действительно порадовать. Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза. Добрый волшебник вместе с маленькими гостями парка зажег тысячи огней на новогодней елке и подарил незабываемые эмоции. Проект «Зима в Подмосковье» призван сделать зиму в регионе яркой и интересной. В рамках него будут проводиться различные фестивали, конкурсы, спортивные соревнования и другие мероприятия. Наш парк вошел в, скажем так, зимнюю эстафету новогодних, предновогодних, посленовогодних мероприятий. Мы готовы своим огромным количеством общеобластных мероприятий, системного расписания, радовать наших посетителей, дарить им новогоднее настроение и просто радовать их своими мероприятиями, своими спортивными активностями, мастер-классами, которые проходят у нас в павильоне мастер-классов. На декабрь и январь месяц у нас запланировано 10 общеобластных мероприятий. Расписание праздничных мероприятий вы можете найти в социальных сетях Щелковского парка или Комитета по культуре и туризму городского округа Щелково. Пусть эта зима будет волшебной! Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.